Боль имеет много причин, и взгляд на нее тоже различен. Есть мнение, которое навязывается обществу, имеет свои корни и не всегда в интересах пациента. Это мнение о том, что головная боль – это враг, и врага надо победить. В некоторых случаях это так, но мне не нравится война, и любой политик скажет, что война – не выход. На стыке трех медицин – аллопатическая, остеопатия и традиционно китайская медицина – мы имеем возможность уйти от этой парадигмы. Уйти, чтобы заявить: головную боль возможно понять, и она может стать другом. Другом честным и искренним. Другом, который покажет нарушения, запрятанные глубоко и искусно. Эти нарушения, проявляя себя болью, умеют разговаривать. И иногда имеет смысл не закрывать уши обезболивающими, а попробовать понять язык мудрости тела. На онлайн-семинаре 6 декабря рассмотрим головные боли напряжения и классическую мигрень на уровне 5 систем – структуральная, висцеральная, краниосакральная, энергетическая и психоэмоциональная. Будет теория и будет практика. Мы ждем вас 6 декабря.